Всем доброе утречко, ребята. Мы сегодня с вами в Праге. И вот только вышли, сразу наткнулись на то, что здесь много полиции сегодня почему-то. Наверное, мы пропустили какой-то кипиш. Хотя и рано встали. Всего сейчас 10 часов утра, мы уже вышли. Рано. Люди пораньше встают. Смотрите, ребята, вот такие вот электрические самокаты можно брать и кататься. Я думаю, нужно скачивать программу на телефон, через которую нужно все это регистрировать и оплачивать. Это типа как каршеринг, только на самокатах электрических. Прикольно, тут все на них гоняют. Иногородние в Чехии ездить толком не могут. И вон стоит немец на две полосы. Его все обижают, сигналят. Меня вчера тоже раз 10 обсигналили, но не потому, что я не по правилам ездил. Они здесь носятся как придурки. А я еду 50, потому что не хочу права оставить где-нибудь. Вот. Или сфоткаться. Поэтому все так произошло. Вот еще один мопед валяется. Я только вот не знаю, по каким... Наверное, батарейка садится, они их просто бросают, да? А потом их по GPS уходят, собирают, заряжают. Больше я не могу никак объяснить, почему они валяются просто тупо по всему городу, где попало. Вот такие тоже прикольные электробайки. Они здесь экскурсию вот с гидом делают. Прикольно, на вот таких вот мопедиков. Самокаты крутые. Классно. Ну вот мы забрались на одну вышку, короче. Здесь у нас сразу вот такая вот большая панорамная фотография, где подписаны все достопримечательности, все мосты. Вот мы, например, сейчас проходили через вот этот мост с вами. Вон там он, вот. И называется он Чешский мост. Чеш Бридж. И так далее, короче. А вот у них в Праге тоже каршеринг есть, такие зеленые тачки. А вон полицейские на велосипедах проверяют запаркованные машины на наличие парк-талонов. Вот. Что еще заметил? Вот постоянно орет сирена, постоянно что-то происходит. Не знаю, может быть тут много... О, смотри. Кавалерия. Интересно, куда они пойдут? О, они пошли мимо. Пошли догоним. Мы перед этим встретили машину с флагом Арабских Эмиратов, и сейчас мы подозреваем, что здесь состоится какая-нибудь встреча парламентерская. Спасибо.
Я тут с камерой бегаю везде, следом за этим, за караулами. Знаешь, как они делаются? Точно. Вера только успевает меня догонять. Для общей информации, евро мне можно тоже платить. Курс 1 евро 23 крона. Далера. Сейчас мы здесь вот такую улочку сразу нашли, как небольшая ярмарка. Здесь все вкусняшечки всякие продают. Ну а мы пили колу. 18 чего? Кронов? Мы все время платили евроми, вот. Наконец-то нам сдачу дали. Кроны. А где цифры? Сколько это? Вот это 5. Вот 10 и вот что-то. А ну-ка переверни, может это тебе просто жетон какой-то кинули? Не, а что это действительно? Не знаю. Сейчас узнаем. А, это 50. Ну, говорите, просто как в Германии жирно написано. А тут не жирно написано, тут худо. Посмотри, получается. А мы колу купили вкусную. Лера говорит, очень вкусная кола. Я так понимаю, это драники. Да? Это вагу, да? Ну да, получается. Драники типа, да? Потато панкаки. Правильно я прочитал? Не панкаки? Нет. Ладно. Пусть будет панкейк. Пойдем дальше посмотрим, что вкусненького есть. Я думаю, у всех уже ребят, кто смотрит, слюнки потекли. Ну и мы, в принципе, тоже уже, смотря на всю эту вкусняху, проголодались. Ну, думаем, поесть здесь или пойти где-нибудь засесть в кафешке удобненько. Очень много красивых сувенирчиков. 200 кунов. А там он сколько стоил? А? А там сколько стоил? Ну, у них еще примерно такие же цены.
cube. This is a magnet element. Okay, yeah. Зажигалка Zippo 100 кунов или 4 евро. Потому что вот этот дядька, например, курс размена делает по 25, поэтому рекомендовано всегда деньги сразу менять в банке и платить кунами. А именно в Чехии менять в банке? Да, в Чехии менять, потому что если в Германии менять, еще за доставку вы платите. Выходит дороже. Это так, для информации. Вот наковальня стоит, кто-то здесь что-то кует. Хочешь печатку? А, во, нифига себе. Теперь даже. Вот шлем 390. Надо кому-нибудь? Меч, меч-кладенец. А это пластик. Это пластмассовая. Лера, смотри. Перчатки. Надо? 191 евро. Перчатули такие вот теплые на зиму. Мухобойка. Ну-ка, отойди, да, я пролезу сюда. Лера, смотри, надо тебе вот такой кошелек. Как в древности. О! Это хлопушка. Боже, такое маме. Маме хлопушку, но она ей будет жалко их мух бить. Будет Ваську бить. Точно, для Васьки. С Нельсоном. Коты будут выхватывать. Коты чешской хлопушкой будут выхватывать. Только так. Вот мужчина рисует картины красивые. Его собачка Хатико всегда рядом. Так, ребята, вот был звонок на перемену. Первый ролик мы заканчиваем. И будет еще, потому что материала насняли много. А вон она где, я думаю, где она лазит, Лерка. Давайте, короче, до следующего ролика. До второй серии, можно сказать.